Идет разговор, что в Кальском районе есть заболевания сельскохозяйственных животных. Насколько это соответствует действительности и что вы можете сказать по этому вопросу? Что касается информации, что в Кальском районе есть вспышка какого-то заболевания сельскохозяйственных животных, я хотела бы вот с полной ответственностью, как главный ветеринарный врач, подчеркнуть, что мы проводим мониторинг сел, районов Кальского района на выявление остроинфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Был слух, что есть вспышка заболевания мелкого рогатого скота по ящеру. Ящер у нас не фиксировался на протяжении многих-многих лет в Кальском районе. И Кальский район является одним из благополучных районов по остроинфекционным заболеваниям. Так что эта информация заведомо ложная. Даже я, как ветеринарный специалист, не могу утверждать, я могу только подозревать на какое-то заболевание. Только лабораторное исследование может четко и точно ответить на этот вопрос. Что предпринимает ваша служба для предотвращения данного заболевания? Если есть информация, что заболело животное, и к нам обращаются, мы выезжаем в то селение, к тем людям, в то хозяйство, где было зафиксировано это заболевание или подозрение на это какое-то заболевание. И вместе со специалистами решаем, если наши предположения, допустим, подтверждаются, есть такое заболевание, вот МКР, пастереллез, то идет поголовная вакцинация в этом округе молодняка до 4 лет. А ящур, бешенство, бруцеллез, туберкулез, это относится к остроинфекционным заболеваниям, они вакцинируются планово и проводятся ежегодно. Вакцинация бесплатная. Вакцину предоставляет наша центральная ветеринарная служба города Сухум. Какие рекомендации вы можете дать населению? По другим заболеваниям. Вот эпизоотическая ситуация в Кальском районе, вот удовлетворительная в данный момент. То, что касается поголовья, свинопоголовья. Было зарегистрировано в некоторых местах небольшой падеж свинопоголовья. Существует два заболевания. Это классическая чума свиней и африканская чума свиней. Африканская чума свиней была когда-то у нас зарегистрирована, но в данный момент этого подозрения нету, а классика есть. Поэтому все люди, которые имеют, допустим, крупный рогатый скот, свинопоголовье, они должны с двухмесячного возраста вакцинировать поросят от классической чумы свиней. И тогда у вас есть гарантия, что она, конечно, у вас не пойдет. А если вы не проводите профилактические мероприятия животных, то, конечно, они могут у вас погибнуть. Ежегодная вакцинация проводится, она обязательная, обязательная. Почему у нас не фиксируются вот именно вот эти заболевания? Благодаря тому, что она действительно проводится и предоставляется эта вакцина в Кальский район, благодаря слаженной работе государственной ветеринарной службы Сухум, ветеринарной службы Кальского района, помощи и поддержки администрации Кальского района и сотрудников, которые делают, выполняют эту сложную работу, и, пользуясь случаем, хочу сказать огромное им спасибо, благодаря их работе в нашем районе, пока мисс эпизоотическая ситуация, еще раз повторяюсь, удовлетворительная. Вы знаете, говорить точно, вот завтра этого не будет, послезавтра, это вирус. Есть случаи, когда иногда с приграничной зоны, допустим, Грузии, заходит сюда вирус, как у нас был нодулярный дерматит крупного рогатого скота, который был зафиксирован у нас, именно с Кальской зоны через территорию Грузии зашел к нам и распространился вглубь Абхазии. Это вирус, поэтому мы должны выполнять свою работу по мере возможности, как в наших это силах. Обязательно обрабатывается от этих заболеваний. Очень серьезно в этом направлении мы работаем. В общем, планово все время проводится.